День химика на предприятии принято чествовать самых вовлеченных и преданных профессии обогатителей. Олег Григорьев, машинист несамоходного плавучего землесосного снаряда, именно такой. А еще легкий в общении и с хорошим чувством юмора. А ну, к вам! Не вошел, вбежал за наградой. Стремительный, позитивный, харизматичный. Такой он – лучший обогатитель 2017 и в жизни, и на производстве. Последние 12 лет трудится на АНОВ-2 в должности машиниста. Его рабочее место – несамоходный плавучий землесосный снаряд. Вкупе со свежим воздухом, северной природой и аварийным бассейном хвостохранилища. Труд сезонный. Сейчас Олег Григорьев и его команда ждут навигации. Сойдет лед, мы спустим земснаряд на воду, подключим его к электричеству, и у нас начнется наша непосредственная работа. Сейчас происходит период сборки, установки оборудования. Ну вот с погодой, да, в этом году как-то не повезло, поэтому сроки у нас немножко оттягиваются. А пока есть время, подготовка спуска земснаряда продолжается. В машинном отделении полным ходом идет сборка и регулировка оборудования. Проверяется затяжка бугелей и прочность насосов. В рубке снова проверка, теперь уже джойстиков и лебедок. Как будто и не обогатители вовсе, а настоящие мариманы. Собственно, их бригаду так и называют – водоплавающие. А они не обижаются и сами над собой подшучивают. В начале каждого сезона мы заказываем флаг, потому что его надолго не хватает, его ветром разлохмачивает так за сезон, что остаются, если вы посмотрите вот на рубке, там остаются одни кусочки от флага. Ну, вначале вешали мы Андреевский флаг. В том году решили повесить флаг военно-морского флота. Ну, вот в этом году, я думаю, тоже без флага не обойдется. Чувство юмора – главный помощник Олега Григорьева. Вот и коллеги ценят его за веселый нрав. Иногда объясняет, может пошутить. Как бы хочется работать с таким человеком, который не идет по головам, а ведет за собой. На торжественной церемонии присвоения почетного звания «Лучший обогатитель» Олег Григорьев заверил, и дальше будет работать честно и добросовестно, чтобы не разочаровать руководство и коллег. А еще, чтобы и впредь быть примером для дочери, которая заканчивает 11 класс. Ну а сейчас полный газ и вперед с высоко поднятой головой на новом «Форд Фокусе».